Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Флорида. Мы, честно говоря, просто ехали-ехали мимо и решили заехать. Нам показалось интересным такое новое комьюнити. Сейчас оно полностью в застройке, здесь еще пока никто не живет. Какие-то дома будут готовы уже к закрытию через 2 месяца уже. Покупатели смогут заезжать. Мы просто решили остановиться и узнать, если у них есть еще свободные лоты или есть какие-то дома, которые скоро достроятся, и их все еще можно купить. То есть будут спек-хом, да, инвентарь. Например, объясню разницу. Какие-то дома достраиваются, они уже куплены. Вот можешь показать. Они уже куплены, все, у них уже есть хозяева, их просто достраивают. Несколько домов, здесь есть инвентарь, их когда достроят, их выставят на продажу. Нам очень понравилась вот одна из этих моделей. Мы зайдем посмотрим, по цифрам я вам внутри расскажу. Уже темнеет снаружи. И что я самое главное не сказала, мы находимся в городе Сэнфорд. Город находится на севере от Орландо. Застройщик Pult Homes, мы уже показывали когда-то на канале, по-моему, это было в Доктор Филлипс, да, мы показывали Pult, yeah. Но там были как бы более элитная застройка, большие дома. Мы решили посмотреть более бюджетные дома, поменьше. Сейчас мы посмотрим модель, которая называется Spruce. Модель это 4-бедрумная, 2 ванных. И 2,162 квадратных фута площадь. Гараж на 2 машины. Значит, HUA мы здесь уточнили, у них будет $99 в месяц. Налог пока неизвестен, потому что на новые дома это уже узнают к следующему налоговому периоду, какой будет налог. Честно говоря, даже застройщик там не смог сказать. Ну что ж, зайдем посмотрим. Да, давайте. И постепенно мы можем какую-то информацию еще дополнять. Я сама сейчас смотрю здесь и карту. Я в этом комьюнити еще никогда не была. Хочу сказать, что комьюнити находится буквально вот за тем лесом. Большое озеро называется Джессоп, которое соединено с похожей рекой, с океаном. Я просто смотрела это озеро, если mm-hmm. можно отсюда на лодке дойти до океана. Речки есть. Не знаю, насколько они глубокие, чтобы можно было на лодке дойти, но... Вроде как бы попробовать можно. Так, заходим практически. Тут гараж будет, да, вот здесь, вместо стекол? Да, обычно застройщики делают из гаража в модельных домах офис временно. Естественно, угу. когда они будут продавать этот дом они будут продавать последним, потому что это их модельный дом, куда люди могут заходить и представить, как будут выглядеть другие дома. Этот дом конкретный, этой модели. Давайте зайдем. Там просто громко на улице, поэтому мы это все внутри сейчас обсудим. Этот дом уже с дополнительными... Апгрейдами. Дополнительными... Бонусами. Бонусами. Да. В общем... Улучшенный, не планировки, но материалов улучшенный, да? Этот дом уже включает в себя улучшенные материалы. Угу. Не стандартные, а какие-то апгрейды такие, да? То есть смотри, какой пол. Сказали, что это винил, но это винил, но он выглядит реально как дерево. Да, на дерево. Очень красиво. Значит, это офис у нас, посмотри... Окошко какое красивое, да-да, большое, вот это мне нравится, отлично. Кстати, комната очень большая, угу. да, для офиса. Офис здоровый, что сказать, мне нравится офис. Так. Ну, конечно, не остается мебель, но очень красиво смотреть, все понятно, когда есть мебель. Так, чтобы понимать, это же такая же модель. Вот этот дом с такими дополнительными бонусами, да, они сейчас продают за 509 720 тысяч долларов. Угу. Если бы такой же дом, но только с более-менее такими простыми, стандартными, то есть без апгрейдов, да, эта модель стоит 394. О, совсем без апгрейдов. Это большая разница. Да, большая. Вот этот слушаю. Материал, естественно, он Все. И по цене стоит угу. дороже, и Слушай, а какое красивое
зеркало, да? Классно придумали вот это. Так, цена лота я уточнила. Если это такого же размера лот, это будет приблизительно 35 тысяч долларов только за лот. То есть лот, кстати, в цену не включен. Угу. Это еще дополнительно. То есть 509 плюс лот будет, правильно? Кстати, нет, модельный дом уже с лотом, уже но если вы будете строить, да, то есть этот продается уже с лотом. А если вы будете покупать новый лот и делать свою застройку там под вас, да, то есть вы выберете свою модель, вы будете выбирать свой апгрейд или просто стандартный, то в том случае вы платите за лот дополнительно. Обрати внимание, какие высокие двери, дверные проемы. Да, вот это мне нравится, да. Угу. Да, это классно. Так, это была одна гостевая, правильно? Тут у нас что посмотрим? Кладовочка. Полочки. Да, двери высокие, это классно. Сразу другой вторая вид. Вторая спальня. Да, вторая спальня. Детская, раздвижные. Здесь у нас двери. Это удобно. Так. Такая кровать. Симпатично. Ага, да. Здесь ковролин. Во всех спальнях. Так, дальше идем. Здесь это половинка считается, туалет и раковина. Ну, такие большие, слушай. Далее идем. Так, давай с пантри начнем. Или что это? Да. Да, пантри. Кладовочка. Кладовочка, да. Конек этого дома это вот этот дополнительный апгрейд, который они называют гурме-кухня. То есть в стандартном пакете кухня будет совершенно другая, она будет намного проще. Что здесь дополнительно, что повышает цену, в принципе, этого дома? Сам остров. У них ящики все с доводчиками. Ой, это классно. Также они ставят, если в обыкновенном пакете... Менеджер нам рассказала, стоит просто плита, сюда они ставят, сейчас пока здесь нет, но это будет на 6 комфорок. Большая встроенная. Встроенная, да, техника. Да. Обычно черная. В обычном стандартном висит над плитой, плита там будет поменьше, и висит микроволновка здесь. Побольше. Отдельно вытяжка. Вытяжка, и причем да. Микроволновка будет здесь, они пока ждут, сейчас с доставками у нас... Проблема, напряженка, да. Здесь будет духовой шкаф и микроволновка. Классно. Холодильник вот так стоит рядышком. О, подожди, это второй холодильник. Как вот это? Один. А, да, точно. Но это, видимо, вот он где должен стоять. Это какой-то просто пока не знает, куда деть его. Он там не должен стоять. Поверхности кварцевые. Да, классные. Мне нравится окошко, да. Моешь посуду и смотришь куда-то. Куда ты смотришь? Куда ты так, смотришь? Здесь смотря это вот обеденная. Ты уже, знаешь, да, не говори. Бывает, и смотреть не хочется. Обеденная зона. Да, здесь обеденная зона. Кухня мне очень нравится. Она прям кухня большая, хорошая, красивый такая. Фартук, белый, такая вся светленькая кухня. Да. Столовая зона и гостиная большая. Вот здесь вот должен висеть телевизор большой. Ну, дизайнеры, конечно, молодцы здесь, да, так уютненько сделали, молодцы. Так, а мы проходим. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас... Так, это мастер-бедрум. О, большая такая. Так, здесь что у нас? Гардеробная. Здесь куча проводов, пока не убрали. Но гардеробная действительно очень большая. Так, проходим дальше. Угу. Так. Ванная. Ух ты, ух ты. Здесь душевая. Здесь только душевая. Такая симпатичная. Две раковины. Так, пока Надя общается, мы посмотрим, что там в офисе есть. Так. Здесь должен быть гараж.
но здесь у нас офис пока. Вот. Здесь работает продавец. Вообще гараж здесь будет на две машины. Вот здесь вы можете посмотреть, какие лоты уже проданы. Практически все. Все, что красное, это проданные лоты. Представляете? Хотя еще, казалось бы, все на стадии начального строительства, если посмотреть. А уже все продано. Вот представляете, какой перегретый рынок. И еще один офис. Так, в него мы давайте пройдем с другой стороны. Так. Что у нас здесь? Здесь кондиционер. Все, это лаундри, комната. Здесь у нас стиральная, сушильная машинки должны стоять. И вот здесь вот офис еще один. Еще один офис. Напомню, это потом будет гараж на две машины. Так-то. Конечно, дизайнеры постарались, все красиво. Так, смотрим, что у нас здесь на бэк-ярде. Здесь, в принципе, и поместится и большая летняя кухня. Так, а соседи только еще будут строиться. Здесь пока временно парковочка, потом ее уберут. Со временем. Вот такой вот здесь небольшой бэк-ярд. Ну что ж, друзья, это у нас была совершенно спонтанная поездка. Мы приезжали мимо. Как раз мы смотрели, искали другие дома для Натальи и проехали мимо такого очень симпатичного комьюнити. Решили заехать. Так что, если мы не предоставили какую-то информацию, извините. Уже закрывается офис. Юля вам сделает план. Да, план здесь у нас есть. Ну, в общем, вся информация, которую мы приобрели, Юля вам сосканирует ее, сфотографирует, и вы это увидите. Спасибо, что вы были с нами. Мы всегда рады вас видеть. До следующих встреч. Пока-пока. Пока.